Ну вот, прошло прям чуть-чуть времени, буквально минуты 3-4, и все уже подорвало краску. Сейчас будем зачищать и мыть водой. Ну и вот после химозы вот так вот выглядит. На больших поводках кончики оцинковочным прошелся. Ну а этот полностью. Сейчас это все высохнет и можно будет уже основным матовым черным.